В здании детского спортивного клуба «Орленок» начался капитальный ремонт. С каждым годом желающих заниматься дзюдо становится все больше. Вопросы реконструкции и расширения стали как никогда актуальными. И вот долгожданные строительные работы стартовали в начале октября. На время ремонта воспитанники «Орленка» занимаются на стадионе «Металлург» и в спортивном зале дошкольного отделения Видновской школы номер 9. Большое количество детей у нас заселяется, и микрорайон «Зеленой аллеи» заселяется, детей становится все больше, и работаем две смены. И помещение у нас, вот была бывшая столярная мастерская, вот нам ее передали, там прибавился дополнительный зал, то есть мы одновременно можем заниматься два тренера. И зал прибавился дополнительно 100 квадратных метров. Подсобные помещения появились. Пошире стало прихожая. Родители могут сидеть, посмотреть, как ребята занимаются. И раздевалки добавились. На объекте работает бригада из 12 человек. Здание старое и требует особого подхода. Шпаклевка, заделка швов, замена электрики. Ну, в основном сейчас такие. Демонтажные работы все уже произведены. Фасад частично уже процентов на 80 сделали. То есть заделка выбоин, ну, восстановление кирпича, покраска. Кровлю перекатали новую. Также же идет обогрев капельника, чтобы не образовалось наледи. На следующей неделе начнется укладка плитки. Позже приступят к оформлению фасада. Кардинальных изменений облика строения не будет. После отделочных работ стены покрасят в основную цветовую гамму микрорайона.